Здравствуйте, уважаемые студенты. Кафедра биологической химии представляет лекцию. Тема лекции сегодня у нас мутации и канцерогенез. Лекцию буду читать я, заведующий кафедры, доцент Халиков Кахон Зайч. Сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Повреждение ДНК, мутации и репарации. Рассмотрим такой вопрос, как полиморфизм белков, наследственные заболевания. ДНК-технологии применения в медицине, апоптоз и биохимия онкогенеза, то есть канцерогенеза. Как вам известно, процесс, позволяющий живым организмам восстанавливать повреждения, возникающие в ДНК, называется репарацией. На предыдущей лекции мы с вами разбирали, как происходит процесс биосинтеза ДНК, матрицы, для которой является сама ДНК. И все репарационные механизмы основаны на том, что ДНК, то есть ее двухцепочечная модель, то есть в клетке есть две копии генетической информации. И если нуклеотидная последовательность одной из двух цепей оказывается поврежденной, то есть измененной, информацию можно восстановить, так как вторая, то есть комплементарная цепь, будет сохранена. Сам процесс репарации происходит в несколько этапов. На первом этапе выявляется нарушение комплементарности цепи ДНК. То есть мы это с вами рассматривали, как происходит процесс комплементарности при синтезе. И в ходе второго этапа некомплементарный нуклеотид или только основание устраняется. На третьем и четвертом этапах идет восстановление целостности цепи по принципу комплементарности. Однако в зависимости от типа повреждения, количество этапов ферментов, участвующих в его устранении, может быть разным. И доказано, что очень редко происходит повреждение, затрагивающее сразу обе типы ДНК, то есть нарушение структуры нуклеотидов комплементарной пары. Такие повреждения в половых клетках не репарируются, то есть не восстанавливаются, так как для осуществления сложной репарации с участием гомологичной рекомбинации требуется наличие диплоидного набора хромосом. Эти повреждения могут быть спонтанными, то есть здесь происходит нарушение комплементарности цепи ДНК, могут происходить спонтанно, то есть без участия каких-либо повреждающих факторов, например, в результате ошибок репликации, дезаминированных нуклеотидов, депуринизации. А также эти нарушения могут быть индуцированными повреждениями, то есть возникают в ДНК в результате воздействия разнообразных мутагенных факторов, как радиационной, так и химической природы. Об этом мы еще будем останавливаться, когда будем с вами разбирать процесс канцерогенеза или онкогенеза. Вообще повреждение, то есть репарацию повреждения ДНК следует отличить от мутаций. Повреждение ДНК представляет собой аномальную химическую структуру ДНК, в то время как мутации являются изменением последовательности стандартных пар оснований, нам известных. Это аденозина, тимидина, цитидина и гуанозина. Большинство повреждений ДНК может быть исправлено в ходе репарации ДНК. Однако репарация ДНК, во-первых, не является полностью эффективной. А во-вторых, в некоторых случаях репарация повреждения ДНК приводит к ошибкам и, как следствие, к возникновению различных мутаций. Кроме того, существует свидетельство, что процесс репарации некоторых повреждений ДНК, а именно двух нитевых разрывов ДНК, может привести к эпигенетическим изменениям в виде метилирования. Окружающей ДНК и, как следствие, замолканию экспрессию гена. Повреждение ДНК может привести к запуску программируемой клеточной гибели. И, как вам известно, этот процесс называется апоптозом. И неисправленные повреждения ДНК могут накапливать в неделящихся постмитотических клетках
такие клетки, как мозг или клетки мышц взрослых млекопитающих, и могут являться причиной такого процесса, как старение. Делящихся клетка, таких как клетки эпителия кишечника или гемопатические клетки костного мозга, ошибки в репарации повреждений ДНК могут привести к возникновению мутаций, которые передадутся последующим поколениям клеток. Некоторые из таких мутаций могут обладать таким свойством, как вызывать рак клетки или онкогенез, или оно называется онкогенным потенциалом. Полиморфизм белков. Поскольку большинство нормальных клеток человека диплоидны, то они содержат две копии каждой хромосомы, одна из которых получает от отца, а вторая от матери. Это вам известный факт. Эти две копии одной и той же хромосомы называют гомологичными. В ДНК каждой хромосомы содержится более 1000 генов. Соответствующие друг другу гены и гомологичные хромосомы называют аллелями. Аллели могут быть идентичными и содержать одинаковую последовательность нуклеотидов. В этом случае индивидуум, имеющий такие аллели, будет гомозиготен по данному признаку. Если, как вам известно по биологии, аллели различаются по последовательности нуклеотидов ДНК, то говорят о гетерозиготном наследовании гена. В этом случае индивидуум будет иметь два белковых продукта гена, различающихся по аминокислотной последовательности. Поэтому вводится такое понятие, как полиморфизм белков, то есть одновременно присутствие двух или более генетических форм одного вида, в том числе отношения, что их нельзя отнести к повторным мутациям. Поэтому термин генетический или биохимический полиморфизм применяется в тех случаях, когда локс хромосомы популяции имеет два и более аллелей. Одним из первых был открыт гемоглобин серповидно-клеточной анемии. Нам известно, и эту анемию мы с вами рассмотрели на предыдущих занятиях. Как известно, этот гемоглобин отличается от нормального гемоглобина заменой в шестом положении всего одной аминокислоты, глутаминовой аминокислоты, на валин. Еще одним примером полиморфизма белков является группа крови. Это самый изучаемый, самый такой материал, который в медицине часто встречается при переливании крови, как вам известно, по физиологии, по другим предметам. И вот эти все четыре группы крови отличаются своими присутствием двух и более генетических форм одного вида, то есть группы крови. Давайте перейдем к наследственным болезням. Как вам известно, болезни могут быть наследственные и приобретенные. Наследственная болезнь – это такая заболевание живого организма, проявление и развитие которого связано с нарушением хромосомного аппарата клеток, который передается через половые клетки, то есть яйцеклетки и сперматозоиды. И, конечно, в основе наследственных заболеваний лежат такой процесс, как мутации. То есть вам известно, что мутация – это термин, взят из латинского mutatio, то есть изменение. Если дать ее определение, мутация – это стойкое, то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма, изменение генома. И этот термин предложил такой ученый, как Де Фриз, в 1901 году, и процесс возникновения мутации получил название мутагенеза. А сами мутации, они могут быть хромосомные, генные, митохондральные. И наследственные заболевания могут быть обусловлены мутациями, передаваемыми в семьях по наследству, или мутациями, вновь возникшими в клетках зародышевой линии, в зиготе или на очень ранних этапах развития. Наследственные болезни многочисленны. Их в настоящий момент известно более 6 тысяч и разнообразны по проявлениям.
При изучении нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов обязательным является на курсе биохимии это ДНК-технологии. В настоящий момент пользуются очень многими ДНК-технологиями. Эти, мы представили здесь вам четыре таких технологии. Это генная инженерия, это генотерапия, это культивирование органов и тканей, это клонирование и один из них, например, клонирование человека – это действие, заключающееся в формировании и выращивании принципиально новых человеческих существ. И оно точно воспроизводит не только внешне, но и на генетическом уровне того или иного индивида. Ну, само бывает клонирование, может быть, репродуктивным клонированием. И таких примеров очень много. Второй вид ДНК-технологий – это генная инженерия, то есть генетическая инженерия. Генная инженерия – это совокупность приемов, методов и технологий получения рекомбинантных ДНК и РНК и ДНК. Выделение генов из организма, то есть из клеток. Осуществление манипуляций с генами и введение их в другие организмы. И в применении к человеку генная инженерия могла бы применяться для лечения вышесказанных нами наследственных болезней. Однако технически есть существенная разница между лечением самого пациента и изменением генома его потомков. И задача изменения генома взрослого человека несколько сложная, чем выведение новых генно-инженерных пород животных и человека. Третий путь – это генотерапия, то есть лечение наследственных мультифакториальных и наследственных инфекционных злокачественных заболеваний путем введения генов в соматические клетки пациентов с целью направленного изменения генных дефектов или придания клеткам новых свойств. И последнее – это культивирование органов тканей. Клетки выращивают в специальных питательных средах при постоянной температуре, а для клеток млекопитающих обычно необходима для специальная такая среда, поддерживаемая в инкубаторе клеточных культур. И, как правило, регулируется концентрация в воздухе углекислого газа, паров, но нет также и кислорода. Давайте перейдем с вами, уважаемые студенты, к такому вопросу, как биохимия онкогенеза или вообще процесс канцерогенеза. Что обозначает этот термин? Вообще канцерогенез – это процесс развития опухоли любого типа. От слова «канцер», то есть «рак», он характеризуется бесконтрольным делением клеток, нарушением их дифференцировки, а также их морфологической, функциональной и биохимической нетипичностью. Клетки в результате этого процесса перестают адекватно реагировать на сигналы, регулирующие гомеостаз организма, и приобретают способность к автономному росту, инвазии и окружающей ткани и метастазированию. То есть здесь появляется еще такое понятие, как метастазы – это новые очаги опухолевого процесса, которые образовываются опухолевыми клетками, разносящимися по организму гематогенным или лимфогенным путем, то есть либо кровью, либо лимфой. И сам процесс метастазирования – это наиболее опасное свойство опухолевых клеток и признак злокачественности опухоли. Поэтому подразделяют ее опухоли на такие классы, как доброкачественные, то есть они имеют ограниченный рост, и злокачественные, то есть они имеют инвазивный рост, как я выше сказал, имеют метастазирование и, конечно, имеют неконтролируемую профилирацию. По происхождению, извините, это карциномы, то есть раки экто- и эндодермы, это саркомы, то есть мезодермы еще называется, это гемобластозы, это кровотворная и лимфоидная ткань.
80% возникновения опухоли связано с воздействием факторов внешней среды. То есть это образ жизни, это наше питание, это наши вредные привычки и наследственное предрасположение. И первым из них является излучение. Это ультрафиолетовое облучение, это рентген, рентгеновское и гамма-лучи оказывают мутагенное и канцерогенное действие. И проживание в таких зонах, где много рентгеновских лучей и гамма-облучения, оно, конечно, приводит к таким заболеваниям, как опухоли. Вторым является этиологическим фактором, это химический, то есть химические причины. Это огромное количество веществ, которые мы в жизни пользуемся, обладают мутагенными и канцерогенными действиями. Третьим этиологией опухоли является вирусный канцерогенез, то есть, как известно, что вирусы бывают ДНК-содержащие и РНК-содержащие, и в результате этих вирусов могут наблюдаться вот это образование опухолей. И четвертое – это наследственная предрасположенность, то есть унаследование вот этой опухолевой клетки. Радиационный канцерогенез – это интенсивное ультрафиолетовое облучение, проживание на территориях, зараженных радионуклидами, увеличивает риск появления меланом и карцином кожи и возникновения такой болезни крови гликозов. Каков механизм? Здесь происходит удаление азотистых оснований образуются апуренизированные и апиримидизированные участки вот этих нуклеиновых кислот. И образуются одно- и двухнитевые разрывы или сшивки. Ультрафиолетовое облучение вызывает образование тименных димеров. Рентгеновские и гамма-излучения индуцируют образование тканей АФК, то есть кислорода, OH и перекиси водорода. Как же происходит механизм образования активных форм кислорода, то есть АФК? То есть кислород соединяется с электроном, образуется вот этот радикал. И в результате вот этого процесса происходит образование перекиси водорода. Источником электрона является ионизирующее излучение, например, радиоз воды. Это является железо и нам известно NADH2. И стимуляция микросомального окисления. И она происходит вот по этой схеме. Активные формы кислорода атакуют любые молекулы, индуцируя цепные реакции, повреждая мембраны, белки, ДНК, вызывая таким образом повреждение и гибель клеток, и в результате чего происходят мутации, а мутация, в свою очередь, производит к онкогенезу и канцерогенезу. Имеется такая система, которая защищает организм. Это называется антиоксидантная защита. Она может быть неферментативна, то есть антиоксидантные вещества, образующие менее активные радикалы и гасят цепные реакции. И здесь основным значительное влияние оказывает витамин А, Е, С, гистидин, адреналин, мочевина, билирубин и так далее. Вторым является это ферментативное, представлено ферментами супероксид дисмутазы, каталаза, глутатион пероксидазы, глутатион редуктазы и другие. Вот здесь представлено именно, как происходит эта реакция под действием фермента супероксид дисмутазы, под действием фермента каталазы, который разрушает перекись водорода на воду и кислород. Химический канцерогенез. Значит, большинство канцерогенов существует в форме проканцерогенов, которые в печени превращаются в активную форму, реагирующим с нуклеиновыми кислотами и белками. Это называется летальный синтез. Ферменты детоксикации, то есть микросомальное окисление, обладают выраженным полиморфизмом. И при их низкой активности проканцерогены выводятся из организма, не успев превратиться в канцероген. То есть различные чувствительности людей к канцерогенам табачного, например, табачного дыма. Здесь мы представили основные химические канцерогены, какие нам известны на сегодняшний день. Это обычно электрофилы, реагируют с нуклеофильными группами ДНК и белков. Это полициклические ароматические углеводороды, это ароматические амины, нитрозамины, алкилирующие агенты, природные вещества и неорганические вот эти компоненты, которые уже называются основными химическими канцерогенами. Химический канцерогенез. ПАО – это продукт неполного сгорания угля, нефти, табака, пиролиза масел, органических компонентов пищи и другое. После ферментативной активности известно нам цитохрома P450 и образование эпоксидов
реагируют с пуринами, особенно с гуанином. Ароматические амины – это анилиновые красители и вещества, используемые в резиновой промышленности. Третье – это нитрозамины, образуются в организме при взаимодействии нитритов и вторичных алифатических аминов, постоянных компонентов пищи и образуются при запекании мяса и рыбы, то есть в пищевой промышленности. И нитриты широко используемы как консерванты пищи. Нитрозамины образуются с ДНК, такими связями, как N-7-метил-гуанин-ДНК и 8-метил-гуанин-ДНК. Алкилирующий и ацилирующий агент повреждает структуру ДНК. Вот здесь представлено, как происходит процесс действия алкилирующих агентов. Вирусный канцерогенез. Как я выше сказал, нам известно, что вирусы бывают ДНК-содержащие и РНК-содержащие. Нам известны вирусы, это вирус герпеса, аденовирус, ветряной оспы, они все являются ДНК-содержащими и полностью или частично встраиваются в геном хозяина и экспрессируют свои гены. А РНК-содержащие вирусы содержат ревертазу и онкогена, ответственны за опухолевую трансформацию. И здесь я должен обязательно указать, что в настоящий момент вот этот вирус COVID-19 как раз является РНК-содержащим вирусом, проникая в организм хозяина, он может изменить вот этот ход биосинтеза, матричного синтеза. Сперва с РНК образуется ДНК, потом дальше идет по принципу, который мы назвали, то есть ДНК, РНК, белок. Наследственная предрасположенность имеется, и нестабильность, для этого должна быть нестабильность генома, приводит к дефектам системы репарации ДНК, как мы выше сказали. И у детей есть предрасположенность к РБ, то есть ретинобластомия, она остается как аутосомно-доминантный признак. В последнее время изучаются фрагменты генома, так называемый SNP, то есть Single Nucleotide Polymorphism, однонуклеотидные вариации, то есть они приходящие на каждые 1000 нуклеотидов, они характеризуются индивидуальными особенностями генома, и они ответственны за наследственную предрасположенность к развитию канцера, то есть опухоля. Есть такое понятие, как нестабильность генома, то есть эпигенетический феномен. Нестабильность генома вызвана длительным изменением экспрессии генов и переносит через много поколений выживших клеток. Его основные механизмы – это метилирование ДНК и модификация гистонов. Облучение приводит к индукции наследственных изменений метилирования ДНК, вызывая нестабильность генома. И ряд генов, вовлеченных в канцерогенез, инактируется путем метилирования. И если останавливаться на общих характеристиках опухолевых клеток, вы эту тему еще будете досконально изучать на таких предметах, как гистология, патоанатомия, патофизиология. И у вас на 5-м курсе имеется такой предмет, как онкология. И если вкратце охарактеризовать эти клетки, то признаками этих опухолевых клеток является изменение формы клеток, дедифференцировка, нарушение контактного торможения и адгезии, полиплодия, анеоплодия, способность расти неопределенно долго, то есть бессмертие, его называют еще бессмертие или иммортализация. Защитный механизм опухолевых клеток – это высокий уровень экспрессии шаперона, это фолдирующие новые белки, это, то есть экспрессия шаперона, она может фолдировать новые белки, то есть он может транспортировать через мембраны, она встраивает нужное место, они ремонтируют поврежденные белки, защищает от факторов, индицирующих апоптоз, то есть от статороспирена, тепловой стресс и другое, и препятствует противоопухолевой терапии. Имеется так называемая защита опухоли от химиопрепаратов, то есть есть такой белок, как П-гликопропиотид, это транспортная АТ-фаза, плазменная мембрана, много тканей расположен, они в основном находятся в почках, и в желудочно-кишечном тракте, имеет молекулярную массу 170 килодальтон. Ее основной функцией является экскреция ионов хлора гидрофобных ксенобиотиков, и при химиотерапии в опухолевых клетках резко возрастает индукция П-гликопротеида, что снижает эффективность лечения данного заболевания. Особенностью метаболизма опухолей подчинены обеспечение роста клеток, при этом увеличивается активность такого фермента, как рибонуклеотид редуктазы, рибоза, и рибозом переход дезоксирибоза и синтеза ДНК и РНК.
уменьшается катаболизм пуринов и пиримидинов, увеличится скорость анаэробной глюкозы, то есть обратный эффект Пастера. Это называется эффект Крэбтри. И здесь наблюдается гликолитический фенотип. Уменьшается аэробный процесс, то есть митохондриальное окисление. Здесь происходит сдвиг изоферментов в сторону фетальных форм. Энергетический метаболизм в норме мы с вами разбирали, поэтому мы здесь останавливаться не будем. Здесь представлен основной энергетический материал глюкоза, как происходит в анаэробных условиях. И как происходит этот процесс в аэробных условиях. И вот этот энергетический обмен у опухолевых клеток, она резко отличается, и она имеет в основном дыхательный фенотип ткани, то есть в миокардах и нервной системе она происходит вот таким путем, который здесь представлен на данной презентации. Опухоли имеют гликолитический фенотип от обмена энергии. То есть оно идет в основном по принципу образования молочной кислоты, и образовавшиеся здесь промежуточные продукты являются уже основными для синтеза новых глюкоз. Трансформация здесь, как происходит процесс образования энергии, процесс образования новых форм энергетического обмена, здесь представлено на этой презентации. Значит, особенности метаболизма опухолей. Значит, опухоль является ловушкой глюкозы, опухолевая клетка является ловушкой глюкозы, аминокислот, жирных кислот. Ведет крупнооблачное строительство, то есть для синтеза РНК-ДНК используют целые блоки нуклеотидов. Синтезирует эмбриональные белки и ферменты. Изменяется структура плазмы мембран, то есть снижен синтез интегринов, адгезинных молекул. Усиливается биосинтез протеаз, коллагеназ, гликозидаз, который обеспечивает инвазивный рост опухоли, и усиливается биосинтез ангиогенина, то есть цитокина, активирующий рост сосудов. Онкогены и противоонкогены и гены супрессора опухолей. Протоонкогены – это гены, экспрессирующие белки, контролирующие рост их рецепторы, транскрипционные факторы и другое. Онкогены – это гены трансформации, то есть мутантный вариант протоонкогенов. Есть такое понятие, как геносупрессоры. Это опухоли, описано более 10 таких геносупрессоров, и она обозначается цифровой и латинской графикой. Вот здесь представлены вот именно вот эти онкогены, протоонкогены и супрессоры опухоли. Это мы досконально будем с вами останавливаться на практических занятиях. И трансформация вот этих, изменение вот этих веществ в опухолевой клетке тоже будем рассматривать досконально на практических занятиях. И механизм трансформации тоже будет с нами изучен на практических занятиях. Это нарушение баланса генома, это изменение поверхности клеток. И основные подходы лабораторной диагностики. Как же мы все-таки определяем вот эти опухолевые клетки? Для этого в настоящий момент имеются так называемые опухолевые маркеры, есть онкофетальные белки, есть МРНК, онкофетальные белок раковых клеток, есть гормоны и их рецепторы, то есть гормоны и их рецепторы, то есть по ней мы можем определить, то есть вот эти являются основным подходом биохимической диагностики опухолей клеток. Межорганный метаболизм и кахетичный раковый пациент, то есть мы будем разбирать досконально на практических занятиях. И вот здесь представлен межорганный обмен опухолоносителя, тоже будем разбирать на практических занятиях. Вкратце наша лекция состоит из этих тем. Спасибо за внимание. До новых встреч.